По канату все лазили? Да. Видели, как по канату лазим, да, борцы? Да. Вот рука соперника – это канат. Представляете? Я должен ее грузить, во-первых, прижать локти себе вниз. Всегда, видите, вниз соперника. Я вниз, что будет делать соперник? Он вверх. Раз. Я уже подошел, я уже здесь, рядом. Я брал вот этот захват, раскручивал соперника. Вот это, видите, расстояние? Вот да. Это то, что нужно было мне. Я садился вниз. Происходит популяризация нашего вида спорта. Ребята с именами, с титулами, ну, ездят по стране, показываем, то есть, чтобы развивался наш вид спорта. В нынешнее время то, что сейчас все интернет, онлайн, как бы тут они соприкоснутся, ну, с легендами спорта, так сказать. За руку подержатся на одном ковре постоянно, ну, и что-то подскажут он им, что-то они у него спросят. У нас в перспективе проводить такие открытые тренировки вообще со всей области, собирать ребят. Вот послезавтра будет УФО, здесь Шремск. Боевой настрой, первое место. Всегда всего можно достичь. Нет непобедимых соперников.